На полях крестьянско-фермерского хозяйства Мухаметшина около 300 гектаров земли отведено под посев озимой пшеницы. Безбуган крестьян хужалага Мухаметшина. В этом хозяйстве работают согласно технологии. На глубине 5 сантиметров в почве есть влага. Сверху около 4 сантиметров образована мульча, которая способствует сохранению влаги в земле. Здесь можно сказать, что при обработке использована правильная технология. На своем железном коне, прицепив агрегат, сделанный руками рабочих, обрабатывает почву опытный механизатор Махмуд Саидгараев. Его трудовой стаж в сельском хозяйстве составляет около 40 лет. В нашем хозяйстве уделяется большое внимание озимым культурам. Ежегодно вносим удобрения. 3 дня назад я вышел в это поле. Работаю до 7-8 часов вечера. Весной с завершением весеннего сева начинаем обрабатывать поле под черный пар. И все это лето работа не останавливается. Если этого не делать, в течение недели поле зарастет сорной травой. Работаем много лет, опыт есть. Придерживаемся своей технологии. Чистое поле, удобрения, хорошие семена и старания – залог богатого урожая. Уборочные работы в хозяйстве Мухаметшина завершены на 50%. Урожайность озимой пшеницы составила 15 центнеров с гектара. По данным Управления сельского хозяйства и продовольствия на 3 августа, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 48% площадей. Намолочено 14 895 тонн зерна. Урожайность составляет 11,11 центнера с гектара. Урожайность озимой пшеницы в целом по району составляет 10,7 центнера с гектара. Ясен Галимова, Артем Артемьев, ПРТ.